Знаете, времена другие, Арти. Никто уже не берет автостопщиков. West End Films. Ну что, Арти, расскажите о себе. Я там был, я во всем участвовал. Мы все написали письма. На случай, если нас убьют. Я был в ужасе. Уходим! Смотрите! Давай, скорей! Арти! Уходим! По мотивам реальных событий. Это годовщина Дня Д. Я должен быть во Франции. Я бы отпустила вас, Арти. Но мы отвечаем за вас перед вашей семьей. И наш долг заботиться о вас. Такое ощущение, что вы меня уже похоронили. Охренеть! Откуда вы взялись? Что вы глаза таращите? Ну же, помогите! Рядовой Арти Кроуфорд. Ветеран бежит из дома престарелых на встречу с товарищами во Франции. Последний стрелок. Людям понравится. Отправляется в путешествие. Так вы хотите сказать, что моего отца нашли, а потом снова потеряли? Вы настоящий солдат, месье Кроуфорд. Он идет в самоволку. Это чудо, что вы проделали такой путь. Паспорт Арти тоже пропал. Ним он далеко не уйдет. Вот, это же я! 17 лет как просрочен, сэр. У каждого свой срок годности. Мне 92 года и 3 четверти. Мой срок годности давно истек. Это у нас в крови. Спасать солдат. Мы 3 мушкетера. Один за всех и все за одного? В этом наша с вами особенность, Арти. Мы живем с призраками. Эй, к старикам не приставать! Никто из нас этого не забудет. Но, может быть, сумеет простить. Пирс Броснан. Последний стрелок. Как, скажите на милость, вы думаете добраться в Нормандию? Вы даже туалет найти не можете. Обхохочешься.